Снова всем привет. Сегодня у нас 23 апреля. Закрытие весенней охоты. Вышел я на ручей поискать посередине. Сегодня у нас очень холодно, минус 3 градуса. Вчера весь день шел небольшой снег, дул сильный ветер. Погода нас радует вообще. Весна. Я не знаю, давно такого не было. Ну все, сейчас отправимся на ручей, поищем селезней. Если будут, снова попытаемся добыть. Что получится, будем снимать. Здесь всех осенью половим, постреляем и половим. Вот
укусил. Самка здесь сидела. Он тут на углу. 45 метров начал подниматься. Не попал. Далековато. Ладно. Бывает не всегда удачные выстрелы. Что-то. Вот, друзья, хоть не пустой сезон весенний я закрыл, добыл куличка такого небольшого. Вот. Сейчас пойдем в сторону дома, там посмотрим, что еще вылетать у нас будет. Нет, ну домой уже не пустой. Маленький, но все равно охотничья дичь. Ну, весеннюю охоту мы закрыли. То есть весеннюю охоту селезней мы постреляли. Вайшинов постреляли. Куличка тоже одного добыли. То есть весенняя охота состоялась. Я не скажу, что она в этом году была очень хорошая. Так, на троечку было намного лучше. Но, в принципе, ничего, пойдет. Ну все, теперь на охоту до осени, теперь будем заниматься рыбалкой, будем ходить за щукой, за главлем, за жерехом, вот будем ставить нырётки, ловить на отводной поводок, сейчас вода встанет в свое русло, начнем ловить рыбу. А так все, до новых встреч!